для эстонцев эта депортация была очень большая трагедия по поводу, что эстонцы очень маленький народ. У нас и тогда было меньше миллиона, и тогда этот оккупация, депортация, все это, думаю, что около 20% было просто убьено или депортировано, и что это трагедия, конечно. И, ну, конечно, я не очень... это небольшой сюрприз, что Россия до сих пор не извинила. Потому что, в самом деле, по поводу Польши, Микотына, Россия извинилась, но не извинил по поводу там Литвы, Латвии, Эстонии. Я это хорошо понимаю, потому что Путин, по-моему, открыто сказал, что этот, Россия – это только имя, называем по-другому, но все-таки по ментальности это Советский Союз. И, конечно, путинский режим читает балтийские страны как-нибудь своим территориям. Что, да. Я думаю, что этот день, когда Россия извиняет просто, мы не говорим про компенсации или я не знаю что. Это очень давно было. Это вопрос такой, что да, может быть слишком старый для этого. Но если извиняет, тогда это действительно новая страница в истории. И не только история по поводу, что касается Эстонии и России. Как мы, как соседи, живем. На самом деле это было бы сигнал для всего мира, что Россия, может быть, все-таки станет демократичным, нормальным государством.